Привет, друзья! Меня зовут Ладыгина Светлана. И сегодня я хочу поделиться своим результатом, который меня, ну, очень порадовал. То есть на протяжении длительного времени, длительного периода, мне выставляли диагноз диффузный узловой зоб. Вот. Предлагали даже операцию, даже не то, что предлагали, операцию настаивали, потому что было три узла, и узлы были очень большие. Но я благодарна, ну, Богу, наверное, провидению, Вселенной, то есть, что я познакомилась с продуктами клеточного питания. В частности, это Elevate 8 и дневное питание, и ночное питание, это Accelerate 8. Принимая эти продукты, функция моей щитовидной железы стала восстанавливаться. И на сегодняшний день, вот сегодня я сделала УЗИ щитовидной железы, и доктор меня очень порадовал, сказав то, что сейчас на моей щитовидке узлов нет. И если раньше стоял диагноз диффузный узловой зоб, то сейчас просто диффузный зоб. Да, немножечко еще увеличен объем щитовидки, но, по крайней мере, идет тенденция к полностью восстановлению функции щитовидной железы. Так что продукты работают на все 100, и у кого такая проблема, обращайтесь, я вам расскажу, как я что принимала, и у вас также будут великолепные результаты. Все, всем пока!